Приветствую вас, друзья. Интересно, девки пляшут. Это я к тому, что на днях признали иностранным агентом бывшего премьер-министра Российской Федерации Михаила Касьянова, которого помнят по кличке Миша 2%. И вот еще разразился скандал в Вильнюсе на аукционе. Там Марат Гельман продал книжку с автографами писателями Сорокина, Рафеевой и Улицкой, и деньги отправились на поддержку ВСУ, там вот этого какого-то легиона предательского. И даже вся эта троица вынуждена была дезавуировать свою поддержку ВСУ. Они сказали, что они просто подписали книжку для Марата Гельмана, а он ее там продал. Что-то там такое. Я вот к чему это, что и Михаил Касьянов, и Марат Гельман — это все люди от власти. Да-да. Ну, с Касьяновым понятно, он премьер-министр. А вот Марат Гельман, я помню свое с ним даже не знакомство, вот я впервые его увидел, когда его просто по разнарядке спустили для интервью. То есть в программе, в прямом эфире программы «Право-24» он появился, как, условно говоря, кремлевский. То есть мне сказали, что вот придет такой, значит, деятель, и с ним надо быть очень аккуратным, потому что он оттуда, с Кремля. Он там правая рука Дмитрия Рогозина, там партия «Родина», и с единороссами они что-то мутили. Я, кстати, прямо в беседе в самом начале, я ставлю сейчас фрагмент, просто с чего нужно проговорить, что это человек близкий к власти. Вот удивительное дело, что у нас иностранные агенты, оппозиционеры, вообще борцы с Кремлем, это все сплошь кремлевские. Я поэтому и говорю, вот эту присказку люблю. Интересно, девки пляшут. Вот то, что мы разделились, это все как бы имеет отношение там, к государству, к политике, но не к искусству. Да? То есть Киев, Алма-Ата – это города, которые часть культурного альянса. Ну, все-таки мне кажется, что все, что вы делаете, имеет отношение не только к искусству, но и к политике тоже. Вы, в общем, безусловно, такой человек, обласканный властью, к власти, в общем, достаточно близко стоящий, и поэтому за всеми вашими движениями наблюдают вот в этом контексте. Ну, я могу так сказать. Политика, безусловно, в этом проекте есть. Как бы, ну, по крайней мере, я ее не скрываю, наоборот, декларирую, что политика, это называется одним словом, децентрализация. Дело в том, что если как бы перейти к этому языку, да, у нас есть комиссия по децентрализации, которая возглавляет Козак, и которая, в общем-то, очень неуспешно действует. И с моей точки зрения, она что пытается сделать? А децентрализация – это увод из Москвы. Вот сейчас я попытаюсь объяснить. Значит, что они делают? Они говорят, что децентрализация – это передача части там, полномочий, ресурсов и так далее, из центра в окраины. Я говорю о том, что децентрализация – создание многих центров. То есть каждый город должен найти свое лицо и стать центром, стать столицей. И для себя, и для других. Когда мне там говорят, что вот, как нам сделать интересную, там, интересную интенсивную культурную жизнь, как создать лицо города, я говорю, если ты не будешь интересен другим, ты не будешь интересен сам себе. То есть Москва... Ну, это спорный тезис какой-то, давайте не будем на нем зацикливаться. Вот. То есть создание многих центров, это, собственно говоря, вот в этом проекте политический аспект. Ну, я так правильно понимаю, что вы все-таки потерпели фиаско в некоторых центрах там? В общем, как-то вот... Нет. Ну, я у вас была сорвана вот выставка «Icons». В Питере, да. Ну, Питер – это особая вы зона. Вы позволите, да? Да, конечно. Хорошо, посмотрю. Питер – это особая зона. Как? Это культурная столица по позиционированию в России. Ну, да. Они получили... Дело в том, что с Питером в чем проблема? Они получили наследство. Да? Если Пермь этот статус культурной столицы себе создавал, рождал, завоевывал, в Питере люди получили этот статус в наследство. И дальше происходят какие-то метаморфозы. Дело в том, что наследство иногда тают. И люди не понимают, что, например, можно, чтобы сохранились здания, сохранились коллекции, а вот этот статус, он вещь эфемерная. Его можно там, буквально за месяц потерять. Вот. И то, что сейчас происходит в Питере, это, конечно, печальная вообще такая история.
Вот. То, что происходит с запретом вашей выставки, с Лолита фактически... началось с Мадонны. То есть там... Дело в том, что в каждом городе есть, ну, каждой твари по паре, в том числе и есть вот эти мракобесы, да, люди, которые считают, что... Я правильно понимаю, что концентрация мракобесов, по вашей версии, в Питере больше, чем в других городах? Я как раз считаю, что везде мракобесов одинаково. В Питере произошла очень важная вещь. Все почувствовали, что питерские власти мысленно вместе с мракобесами. То есть эти мракобесы почувствовали силу. Они воздействуют, и их воздействие действительно получает либо закон какой-нибудь примут идиотский, либо напишут письмо Полтавченко, и Полтавченко вызовет своего... Под идиотским законом вы какой-то конкретный имеете в виду? Там очень много. Там сейчас... Вот сейчас у них законопроект о том, что громко... есть очень смешные. Там громко нельзя заниматься сексом. Вот. Это в децибелах измеряется? Вы знаете, я не могу без улыбки, но на самом деле действительно как-то так получилось, что вот эта темная такая, мракобесная, как бы вот эта сила вдруг... Ох, вы станете вообще не въездной в Питер, я чувствую, если вы сейчас продолжим эту тему. У меня в Русском музее, кстати, 50 работ из моей коллекции. Это Лебусев, да, возглавляет? Да, да. 50 работ из моей коллекции. То есть я думаю, что Русский музей — это мой родной дом фактически. Я в Русском музее отмечал 5 лет галереи Марата Гельмана, 10 лет. Сейчас пойдут мракобесы просто гранить, да. Русский музей. Русский музей, кстати, издал 5 лет тому назад Русский музей издал монографию обо мне большую. Угу. Вот, поэтому я просто что хочу сказать, что это морок, вот он за месяц накатил на город. Я надеюсь, что за месяц также может и рассосаться. Но сегодня, я считаю, это серьезная проблема. Так, если вернуться к культурному альянсу, я открываю вот этот новый проект. Первая выставка Алма-Ата, потом Ижевск, потом Новосибирск, потом Пермь. То есть я буду показывать в течение 2 лет культурные среды, которые созданы в России, которые по уровню художников не уступают той среде, которая создана в Москве. Может быть, по масштабу только уступают. И таким образом хочу превратить московскую художественную среду, которая сегодня, может быть, единственная, как бы, существует, в российскую художественную среду. Вот. И очень волнуюсь... Это государственная программа точки зрения поддержки вас властью. Можно считать, что эта программа носит национальный масштаб? Нет. У меня есть договоренности с городами о том, что мы с ними пополам делим расходы. С городами на каком уровне? На уровне мэра? Либо мэр, либо руководитель региона. Угу. Да. Что... Я принимающая сторона, они отправляющая сторона. Но эта директива все-таки спущена из Москвы? Никаких директив. Это моя инициатива, это дело моей жизни. Как вы находите ваших партнеров? То есть вот как вы решаете, что вот к этому Uber вы можете обратиться, в этот город вам стоит попадаться? Механизм по поиску? Дело в том, что есть несколько механизмов. Первый механизм, с чего все началось. Когда про Пермь начали говорить... Когда Путин, который читает Штерн, там тогда еще Черкнов был губернатором, говорил: слушай, я узнал тут, что культурная столица теперь не Москва, не Питер, а Пермь. Да? Путин вам сказал? Черкнову. А, Черкнову. Да. Угу. То есть начали обращаться губернаторы и мэры с тем, что они говорят: мы хотим похожий проект сделать. Им всем на нас накласть бы, но как им на нас накласть?